Короткие сроки освоить работу на новой технике и вернуться на фронт. Выезжая из самых горячих точек Донецкой области, украинские защитники не сидят без дела. На полигоне осваивают новые боевые машины, учатся управлять и прицельно бить в условиях, приближенных к реальности. Давайте посмотрим подробности в материале нашего корреспондента Алены Грамовой. Активные боевые действия в горячих точках Донецкой области не мешают украинским защитникам оттачивать боевое мастерство и в короткие сроки осваивать новую технику. На этом полигоне бойцы тренируются ежедневно. Джон из Канады. У него более 15 лет опыта вождения танка. Сейчас знакомится с боевой машиной пехоты 2. С чем она может справиться? Можно все. На ней все можно делать. По болоту, по асфальту. Это хорошая машина. Основное вооружение боевой машины пехоты – это автоматическая 30-миллиметровая пушка, которая размещена в двухместной вращающейся башне. Эта боевая машина способна уничтожать различные цели – от танков до боевых вертолетов противника. Украинские военные говорят, БМП используют для ликвидации живой силы противника. Для этого применяют осколочные снаряды. Ее дальность стрельбы по наземным целям – до 4 километров, по воздушным – до 2,5. В то же время боевая машина пехоты способна не только атаковать. Благодаря ей бойцы проводят эвакуацию раненых побратимов. Это самый великий ее плюс. Это самый большой ее плюс. Что можно пробраться, пролезть, отвезти, вывести раненых. В этом она очень помогает, потому что гусеничной техникой можно проехать. Бойцы стараются быстро освоить работу на новой технике. Говорят, фронт не ждет. Виктор еще сутки назад находился в Бахмуте. Вместе с побратимами месяц держали оборону своих позиций. Недавно был штурм. Их было примерно 40. Наших 18 бойцов. Справились с ними спокойно. Даже отбили часть их позиций. Мы стояли на своих позициях. Сейчас продвинулись метров на 100-200 на их позиции. То есть вы продвигались? Да, конечно. А их аэроразведка постоянно работает? Постоянно, круглосуточно, день и ночь. Постоянно, и ночью, и днем, круглосуточно. Погода не имеет значения, им не мешает. Постоянно штурмуют, обстреливают. И даже сегодня выезжали, тоже нас обстреливали. Вдогонку, аж до самого часового яра. Ситуация в Бахмуте сложная, говорят военные, но хотят вернуться туда и продолжать защищать украинский город. Естественно. Для чего я сюда и приехал? Только воевать. Не дам я негодяям домой приехать, чтобы они ушли отсюда, и я дома спокойно отдыхал. А вообще какое настроение у бойцов там? Замечательно. По данным Генерального штаба, украинские военнослужащие ежедневно более 50 раз ломают планы противника, отбивая штурмы на 4 направлениях. Бои за украинские города, такие как Бахмут, Авдеевка и Маринка, продолжаются. Алена Грамова из Донецкой области для телеканала Freedom.